В Шымкенте создали настольную игру о родном городе. Авторы уверены, их детище будет интересно не только туристам. Игра полна интриг и легенд, неожиданных ходов и остановок. Через нее решили показать уникальность южного мегаполиса. Новинку презентовало городское управление туризма. Разработчики также предложили использовать эту настольную игру на уроках в школах, ведь на игровом поле большинство достопримечательностей города. Игроки становятся путешественниками, которых ждет насыщенный экскурсионный день. Стартуют они из гостиницы, а финишируют уже в ресторане. Гастрономическое завершение выбрано не случайно. О том, что в Шымкенте можно вкусно поесть, знает почти каждый приезжий. В эти дни в мегаполисе наплыв туристов. Там проходит инфотур, на который приехали гости со всего мира. Люди могут узнать больше о городе Шымкенте, что может привлечь туристов с разных городов, что может помочь нашим местным жителям, например, специализировать себя как гида, то есть помочь, например, заплутавшему туристу, либо же продемонстрировать своим родным, близким, которые приехали в гости, красоты нашего мегаполиса, а также близлежащей области.